Мы сегодня на внутренней планерке этот вопрос еще раз разобрали. Павел Степанович Канатов совместно с подрядчиком, с экспертизой и с вами готов выехать на место с тем, чтобы пройти все участки дорог, которые ремонтировались. И, конечно же, в рамках тех положенных сроков, которые есть по однослойной укладке асфальта для ремонта, все работы будут проведены соответствующим образом на тех участках, которые ремонтировались, о чем вы говорите. Часто ли проводятся проверки именно вот этих дорог, которые еще на гарантийном обслуживании, и как часто предъявляются какие-то претензии именно подрядчикам? Все необходимые проверки по тем дорогам, которые были сделаны за там, год, два, три, там, пять назад в рамках именно гарантийных сроков, проводятся как минимум два раза в год соответствующими службами, и где необходимо произвести восстановление в рамках именно сроков, регламентных сроков, все проводят непосредственно подрядчики. На Комарова тоже, да, это был подрядчик или все-таки комбинат? И на Комарова вы выйдете вместе с Канатовым Павлом Степановичем, выйдет подрядчик, выйдет экспертиза, и даны будут все ответы, кто, когда и какой участок дороги будет ремонтирован.